Здравствуйте, меня зовут Корюкин Константин Андреевич, я стоматолог-ортопед из города Иваново. Сегодня я был на курсе Шестопалова по нейромышечному подходу к лечению дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, и сегодня я попробовал на себе тенс-терапию. Тенс-терапия помогает расслабить жевательную мускулатуру и найти физиологическое положение нижней челюсти, соответственно, выставить зубные ряды в нужное и приемлемое положение для пациента. Данная технология также подходит для пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава для реабилитации данных пациентов, так как традиционными методами вести данных пациентов достаточно сложно.